Так что мне получается. Час 18, нормально. Внучку! Сейчас получите. Ушо. Че, никто не побежит, да, сактивировать? Ой. Притяжка. Койл покинуть тело. Тактика. Тактика. О, свежеватель. Ну-ка иди сюда, тварь. О, нихуя. Видели, он меня сверху просто застанил. Какой-то чародейский моб. Короче, тактика, да? Там, знаете, спору сюда, спору туда. Значит, на спорах. Ну, давай. Вот же, звезде. Ультрадру в кружке. Остальные рейндж набираем, как хотим. Ну, не как хотим, блядь. Пачками не стоим. Давайте шкаф сумму там не если чего, фласки обновить можно. Вот нужно. Самый момент. Даже нужно. Это, только не спешите, РДДшники. Там сапроты можно выпить. Надо будет на РНЖ, кто 9 человек будет стоять. Надо будет сапроты на гнилого. Типа там под ДД в принципе захиливается, но смотря как вас захиливать будет, посмотрим. Что за фрезы? Так, фулбах, маг здесь, жрем рыбу. Так, сапрот меня выпьем, блин. Че, мы сразу полутаем 3 стака? Ты че, с ума сошел? Нет. Ну... Обычная тактика. Так, это делают. Не. Не, ну делают, мы по обычной бьем. Я не буду по этому. Ну я не знаю, то надо прожимки отдавать гимнах, прям, блядь. Это не просто хочу. Не надо быть глупым. Просто, чтобы не быть глупым, надо просто на РНЖ стоять и друг друга не заблевывать, блядь. Вот как тоже надо. Можно. Так, у нас шелфи убавился, престов всего 3. Короче, если этот... Песа, если, короче, заблюют хилы, если много заблюют хилов, 2-3 хила там, да, сдашь гимн на хп. Эльнурио в диссе, нет? Нет. Напиши ему, чтобы на хп на усмотрение дал. Ну и Геншин, в принципе, в диссе. Топ отошел вроде еще. Да я тут уже, ты че? А. Все, я тут. Все, я быстро. На пулы на войд, да, дает че. 5, 4, 3, 2, 1. Серию надо тебе? Или ты уже свою потом. Прожал? Пускаешь, короче. Нихуя. Пельмень? Да нет, полуебало, блядь. Полуебало, проебало, блядь. Споры, нахуй. Одна под босса, одна звезду. Ну, блядь, работаем. Ну, поближе сюда поднеси, чтобы мне на танке пельмень. Тоже была эта хуйня. Пельмень спору. Вы чё, ёбан? А, им похуй уже. Ну что, Шехтер, как дела там? Отлично, у меня бабл, не забывай. Пельмень. А я вот сейчас сдохну, и что будет? Всё отлично, так же хилится. Не ловите пельмени, вот вы сейчас... Там споры, он стоял, блядь. Я думаю, блять, отбежит, не отбежит. Вы не видите совсем, что ли? Ну, пельмени нельзя ловить. Зелёная залупа на полу, блять. Вот же, блядь. Ну что за хуйня? Чё ты так просел? А, это губительный газ был? Приз спору, пожалуйста. А, ёлки-палки. Под боссом есть? Не вижу. А, вот есть. Ладно. Это бидон, там щит земли, надеюсь, есть на мне. Сейчас он этот стак гнили с полу вдохнет и начинай волной хилить через меня. Инра, давайте сами, короче, Вадикон, Синтек,
И Равист на свое усмотрение, злобный по Шектору прям сейчас, да? Одну в мили, занесите одну в мили. Твою бану. Не давай, будет, давай кап, давай каплю по мне. Готовимся, это гнить Шектор, готовимся, все сейвы, отдаем сейвы. Забираем? Да, забираем. На ХП. Ну сейчас смотри, хилы сдохнут. Алло. Не получится, да? Синтек быстренько Шектора. Злобные мистери. Идер ему захилить. Злобные мистери. Вставай. Захилить. Ставь тотем, бидон. Геншин на ману. Равист Эйю ресы. И захилить. Пэса на ХП давай. А, ты уже дал, да? Ладно, пока нормально. Посильнее хилим этого Лингрена. Ну захильте его, ну. Вот там бабл нужен был. Шектор. А не там. На этой хуйне. Ты виноват, что там с меткой нет, да. А ну, ты на массакру бабл должен был оставить. Блять, ну Изнурио вообще похуй, он стоит, кастует дальше. На нем как бы спора уже второй раз. Че, ГП ему либо? Не знаю. Ну узнай. Так, ну это. Шектор, готовься. Я забрал, короче, Слингрена. Угу. На Шектора на Войда перевешивайте. Войда хилим. Клык отдал пока что. Ну, в принципе, там не зыбка есть. Через 3 секунды дам. А, все там дам. Хоя было полтора, и он просто лопнул. Чпанька. Ты ему вы... ХП в ебе, он сразу забежит, это придет в Дискорд. Вы у кого метка, вот эта ебаная спора? Ну вы видите, ну в кемп кидается херня и стоит до последнего, блядь, стоит. Я думаю, блядь, ну отбежит, нет, нихуя стоит. И весь кемп ловит, блядь. А что делать, а дебаф-то ловить-то надо, и что? Думаю, ну хуй с ним, баблу прожму. Я-то да, а другие нет. Так нам было сказать, со спорой смещаемся влево или вправо. Так он бежит, он же на своего перса смотрит как раз. Или он куда смотрит? Я же забыл, на кого он там бывает спор. Этот самый, кому я дам злобный, ты квест взял в Далране? Да, друиды уже берите, собирайте эти шеем. Блядь, сука. Дайте стан. Сколько не было, да? Надо попросить ГМов, чтобы они из лута убрали кольчугу, да? Почему? У нас два НХ, и этот, и Хант есть. Да. Да, блин, постоянно падает и падает кольчуга одна прям. Это как в ТТГ, это ткань с духом. Глядь, да, типа того. Да. Тут сопрот пить? Да, желательно, очень сильно. А есть он в ГБ? Сейчас раздадут. Окей. Третья ячейка. Так. История, вот тебе сопрот. Господа, такой.
Сейчас у истории по покидать обмены, пока метки поставлю. Вот звездочка на нем, у него саброты, кидать ему обмен. Так, сейчас думаем, кто где будет стоять. А сапрот на стой перебивает или нет? Да, перебивает. Да, конечно. Сапрот это тоже на стой. Да. Сапрот надо тем, кто на РНЖ будет стоять. Это, брызги ловить. Те, кто прям не только. Уязвимые такие. Тряпошники. Ну, короче, не хилы, да? Ну да. Хилы под боссом, по сути, они ну, не ловят там нихуя. Так, как мы с тобой это делали? Квадратик, да? Сейчас мы квадратик поставим. Вот так примерно, да, Лингрен? Отводили. Угу. Вот, крестик это вы там стоите. Вот, значит, называю, кто где стоит, значит. Звездочку. Ну, Давакин на частицу сразу, значит. Ну, давай, Давакин. И кто там за него поотвечает? И Вадикон, будете в звездочке. Выкину Вадикон. Дальше, значит, кружок пойдет. Мистер, ты в демоне или в чем-то? Демон. Да, я афлик и демон, я пробую. Так, значит, Песа и Эйя в этом. В кружке Песа и Эйя. Смотри, там щитманы не жалей. И глыбу тоже не жалей в хуёвых ситуациях. В ромбике будет стоять Эльнурио и... Ну давай Синтек. А в треугольнике будет стоять Равист и Злобный. Запомнили свои метки. Это ваши стороны. Вот. Значит, друг друга там подхиливаем. Дубовые отдаем. Эту всю хуйню знаете. И вот эти люди должны быть у вас сапроты. Значит, под боссом, получается, остаются Лок, Бен Стиллер из РДДшников. И все, да, вроде? Вот. Я еще на РНЖ. Если вдруг кто-то сдыхает. Бен Стиллер, ты в Дисе, да? И в Мистере. Если кто-то с них вздыхает, выходите на рейндж. Сдох один, выходит Бенстиллер. Сдох второй, выходит Мистери. Пока полезно. А, погоди, так, а я сейчас в Афлике, или мне в демона спекнется? В демона, конечно, спекнись. Хилом больше СПД будет, и ДДшником больше СПД. То есть, если кто-то из меток умирает, те, кто в миле стоит, нужно в метку сместиться, так? Нет. Только РДДшники это делают. Если все РДДшники будут ну, сдыхать, типа, то уже в хилы в крайнем случае. Вот я вожу слизней, Лингрен танчит босса, на пулы, на Лингрена 3 на пула даете. Вот он. И еще, значит, все остальные, кто не назвал 8 человек, не на РНЖ, вы стоите под боссом. Под боссом это не значит там вот где-то ТМ, там или вот тут, или вот так. Вот показываю, на себя звездочку поставил. Не вот так вот, где попало, где хочешь, а вот тут вот нахуй. Вот крестик, прям вот тут. Прям вы в самом ебучем центре стоите, да. И перебежки у вас минимальные. Вот босс блюет, вот вы здесь стоите, да. Босс блюет, вы перешли за спину. Вот один прыжок сделали, все, и бьете дальше. Дальше, значит, только не спульте, осторожно, блядь. Это, когда слизень будет взрываться, сначала вы ждете, смотрите его в таргет, убираете, и смотрите каст, когда закончится. Когда он начинает кастовать, вы сбегаете все в крест поплотнее. Как только каст закончился, это значит из слизня слизь полетела, и она полетит туда, где стоит каждый игрок. В каждого по капельке слизи летит. И как только каст закончился, вы сразу из креста перебегаете в квадрат. И вместе с боссом. Если босс начинает блевать, вы за спину боссу также заходите. Если вы не зайдете за спину, мы просто вайпнемся. Вот. И как только эта слизь упадет, и, ну, босс проблюется один раз, и вы возвращаетесь обратно в крест. Вот. Соответственно, те, кто в ромбике, в треугольнике стоят, их нельзя задеть. То есть немножко подальше от них отходим, чтобы не заблевались. Все, то есть оставшиеся хилы и милики, вы все стоите за спиной босса и спокойно захилите. Почему, напоминаю, диспел ее сразу. Диспелить будет кто? Геншин, наверное, да? Сразу диспелишь и все, и дальше не паришься. Пускай бедон.
Бидон, давай. Он спалил в прошлый раз. Давай, давай ты, Бидон. А, мы еще тотемы, давай разъебем. НРДДшников как раз. Кто у нас там НРДД? Вот этого вот сюда и вот этого вот сюда. Остается вам диспелить только первую и вторую пати. Все три шамана ставьте тотем очищения. Ну, выберите, чтобы у нас выбыл тотем очищения. Все, проверка. И еще, на РНЖ, когда стоите, на вас маленький слизень, отворачивайте его либо в бок, а лучше всего назад, к стене, колбам к этим. И не сводите ни между собой, если вас не просят, ни со моим слизнем. Просто стоите, бьете босса. Отбегайте от зеленых луж. Все. Все готовы, даю отчет. Герас Пола. Пул на Лингрена. Нихуярим. Так, Истерию надо тебе, Мигдан? Истории закинул. Истории закинул, короче. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Немножко выровняй босса в центре его, ну, подровняй под крестик. Ага, ну, нормально. Отличные новости, народ. Большой. Так умер. Как ты, сука, умер? Этот... Ультрадру и Рес и Синтека. В центре его захилите. Захилите его на фул. Выбегай обратно на Рес. Каску, лапу, пристабав по нему. Иннер себе залей. Как ты умер, Синтек? Расскажи, пожалуйста. По-быстренькому. Блевал и в лужу зашел. Хорошо. Хилите получше, когда люди блюют. С губительным газом, я имею в виду. Вадикон, Иннер по Геншину. Большой в центре. Сори. А он сока. Злобный тоже по Геншину. Забери, забери. Еще большой. Песа сдох. Равист Песа ресай. Захилите его в центре, когда встанет. Как там? Песа, Песа ресай. Найди его. Быстрее, скоро газ губительный. Песа, вставай. Подожди, подожди, блевота сейчас. Блять, он встанет, нет Песа. Все, пизда. О, все, заблевали, ну. На нахуй. Да просто кому-то выгодно. Че, из хила кто-нибудь сообразил бы выбежать? Да нахуй надо. Песа, ты тут? Посмотри, встал, блядь. Песа. Ну а че ты так? Че ты не встал сразу? Точки не было, или че? Точка в КД была, я не понимал, где я, блядь, возражусь, хуй его знает. Но меня не прохил. Блять, это не про хил, инфа сводка. А, ты был, я тебя видел, хотел личинуть, но получается, ну, ты вне диапазона был. Куда-то ты прям далеко. Давай убегал. Я в хила там. Вот, хотя и в середине был. То есть, и... Кто в сову? Да, Песа съебался далеко. Его никто из хилов не доставал. Кто в сову, говоришь? Ну, там кто-то типа со спеком совы есть. Нету там спека совы. Да как нет? Ультра дроу, по-моему. Чё Геншин там по хилу?
Что у нас там, ну, это хилы-то могут нормально распределиться так, чтобы, блядь, доставать до всех? Или как это вообще получается? Ну, они... Блядь, пять регионов не доставали, что ли? Они из центра... Они из центра выбежать не могут. Они дотягиваются всем. Ну, если не бегать к стене... Ну, я же не в Долонаре был и не у стенки. Ну, ебаный в рот, блядь, вот, блядь, я хуй знаю, по дефолту. Ну, ты мог к себе блуждайку кинуть, бабл кинуть. Не, базара нет, блядь, если надо, блядь, я буду сам себя стоять хилять. Я так и делаю на сове. Я только на мне слизь или какая-то... Короче, на хилов нет надежды, поэтому... Да, начинаю. Ты далеко убежал, ты понимаешь, ты далеко убежал. Ты себе можешь дать разве что этот щиток. Да не, понятно, я могу и щиток, и подхилиться, и флешку, и там, подхилиться тебе не профитно будет. Стоять, хилить себя. Тебе не профитно будет подхиливаться. Ты когда начинаешь себя хилить, ты снимаешь себе баф минус 15% урона от темной формы. Ты быстрее, так скажем. Свичнуться могу. Просто выключите там что-нибудь, что там, блядь, это... Ренджа, я хуй знаю, блядь. Ну, 40 метров, ну, прикинь, вот смотри, мы центр, вот мы в центре стоим, да, мы своей билкой вот просто бахни по нам, хильни, и ты поймешь наш диапазон действия, если ты за него заходишь. А скажите мне, пожалуйста, Нурик, ты в Дисе? Он стоял на Ренджа? Я его ставил на Ренджа вообще, кто помнит? Да, он в Ренджа стоял, по-моему. Он со мной стоял. А, ну все, тогда. Да, он в рамбе со мной стоял. А то, я думал, не сообщил ему никто. Это, Бен Стиллер, когда кто-то сдохнет, РНЖ, вот там Синтек сдох, ты сразу выходишь на рейндж. Как только его резнут, ты возвращаешься. Мистери то же самое. Только если два тела сдохнут, ты выходишь. Мне выходить в какую-то конкретную, да, метку? Не в какую конкретную, там, где... Куда хочешь, просто ну, выходишь, потому что блевота кинется на случайных трех людей. Если больше, если меньше третьей рейда на РНЖ, то она, ну, есть вероятность, что кинется в пачку рейда. Это как сейчас и было. Песа, вот смотри, я стою в середине, вот до меня, наведи на меня. И диапазон увидишь свой, куда не стоит забегать. Это по кругу всему. Ну-ка, это самое, сколько тут метров, сейчас я посмотрю, блядь. От креста здесь... Да вы что, на приколе, что ли, блядь? Вот. Ну, примерно меток держите вот этих просто. Да вы на приколе, смотрите, он в центре, я ему, блядь, хилю, ёптать. Да, блядь, надо выйти вообще за дверь, что ли? Да тут 40 метров, вот от креста и до вот этого круга. Смотрите, те, кто на РДЖ, показываю, вот смотрите на звездочку, ваша позиция. Ну тут да, я до него, кстати, тоже достаю, вот у двери, вот у портала. Слышите? Даже. Алло, блядь. Рассказываю вашу позицию. Ваша позиция, вот этот круг, где от звездочки до кружка начерчено, вот этот круг, вот это кольцо, да? Если с вами стоит на одной линии и лужа разлилась ваш напарник, то ваша позиция вот здесь может быть. Но не за эту линию не заходите, вот здесь вот. И вы друг друга не заблюете. Вот один здесь, один вот здесь. Один вот здесь, один вот здесь. Понятно ваше позиционирование? Не как попало, а вот один тут, один вот тут. До сюда, из креста хилы достают вот до сюда. 40 метров здесь. По всему кругу. За круг, за этот не забегайте, там вас проебут. Даю отчет. Войда хильте в последнюю очередь. Сначала людей остальных хильте. Отличные новости, народ. А танка я не сдохну сразу. Отличные новости, народ. Я починил трубы. Для подачи ядовитой слизи.
Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Липучка-вонючка! Читайте это заклинание! Да ёбаный ты рот, нахуй, чё за хуйня? Готовимся, возможно, взрыв будет, не знаю. Нет, нету. На следующем, наверное, будет. Так, не сводить, сука, не сводить. Готовьтесь, взрыв. Стоим в кресте, стоим в кресте. Побежали в квадрат. Побежали. Квадрат перешли, дал незыбку. Вот босс блюет. Этот, Песа, дай на хп. Все, возвращайте в центр, босс, этот, слизь упала. Возвращайтесь в крест. Возвращайтесь в крест. Все нормально. Играем дальше. Все. Ждем больших. Маленьких отворачиваем. Сука, ну диспельте чуму, нахуй ты не диспелишь-то? Ставь тотем. Ультрадуры резы Шектора. А что, тотем не работает, что ли? Пиздец, нахуй. Ставь тотем, бидон. По бидону иннеры водикон равист. Сухой, сука, стоит. Вы будете сами самостоятельно когда-нибудь что-нибудь давать, сука? Блять, это такой напряг, нахуй. У вас куча друидов. Смотрите, чтоб, сука, ваши иннеры все сейчас в КД были через 10 секунд, нахуй. На всех хилах, чтоб было, блять, фул, все. Песа, проблюешься, дай на ману. И нера все раскидаешь, что тебе нормально. Пэса захильте. Блять, сводить не надо. Маленьких только не сводите, не сводите. С центра позабираем. Ну диспельте чуму нахуй. Вам же вы себе работу облегчите. Просто диспельте и все. А то Шектор сдохся ебаный этой чумой, блядь. И фулбаф дайте по Шектору. Я бежал. Так, не знаю, будет ли взрыв сейчас. Два стезня будут сбегаться. Да. Готовимся, готовимся. Стоим в кресте сейчас. Массакру дашь. Перебегайте в квадрат. Шектор массакру. Геншин перебежишь и дашь на хп. Давай на хп сразу. Топа мистери, ладно, они в мелизоне стояли. Бен Стиллер на рейндж, блинкуйся. Бен Стиллер на рейндж. Геншин на ману читай, собаку вызывай. Ну, Рику напишите, чтобы на ману читал. Ну, с Бен Стиллера сдиспелить нельзя, сука? Алло, блядь. 5 хилов, вас о чем просишь, блядь? Сука, бичи, этот мистери сдох. Отже, выбеги тоже на рейндж. А то сейчас зереть заблюется, мы просто сляжем на двух лямах, нахуй. На рейндж выйдите, хилы, короче. Геншин, выйди. А я вышел тоже. Я уже там стою минуту. Все нормально. Добивайте тогда 500 тысяч. Как будто, блядь, да. Просто, как будто просто так, да, просишь вас? Че, травма, нахуй? Не, нихуя. Кто нахрена ваша травма, блядь?
по ней в круизы. Если не идите на совет. Осколок есть? Вроде нет. Боешка. Ладно, наглеть не буду, заберу за 50. А стеб заберешь? Ну да. Это, я могу и за десятку, но, блядь, это уже наглость. А нахуя он тебе? Он что, нормальный? Ну, до Личевского это самая лучшая пуха на мейн руку. Так, бежим на совет. Сука, если мне сегодня а валять... А квест скипаем? Какой квест? Ну... Мы в обычке сделали. Капля. Мы не сделали его в обычке. Это ты... в обычке проебали. Это ты, блядь, не сделал, а мы сделали. В смысле? Мы в первом рейде сделали. Вообще похуй, блядь. Второй рейд лохов получается. Не сделать, все, секитесь. Все, секитесь, блядь. Ну, да мне похуй. Я не знаю, ну типа, да не. Не, хуй с ним. Не, я даже пробовал. А мы все равно здесь не сделаем, конечно. Гери заморачивается, нафиг. Че, поехали тогда? Валик, нет, все равно. Поехали. Ах ты тварь, ты будешь меня еще откидывать? Я тебе покажу, блядь. Бля, Вайт, можешь у меня забрать руки эти? Мне ТГшные просто. Ничего. Синдром друида включился, блядь. Синдром друида. Не говори. Сейчас я тебе их отдам. Ну их, походу, никто просто брать вообще не хотел, потому что за десятку их забрал. Дайте плечо на трансмог, ладно, который никому. Я уже взял на трансмог. Ну давай, ролик тогда. Давай. Все. Понятно, блядь. Кидай, кидай. Кидай, вдруг сотка будет. Чем черт не шутит, да? Смотри, нахуй, нихуя. Мой ролл сильнее твоего, блядь. Не ожидал, блядь. Ну это походу знак, надо шеем начинать собирать. Синтек, нихуя жестко. Че тебе, минус 40, да? Нет, это только не с пульти две пачки, блять. Да, второго. Я уже знаю, кто на кинетиках будет, блядь. Кстати, я знаю, почему хилы просадились по мане. Потому что чарки не было. 100%. Вот именно за нее. 100%. Вот будь она на обоих друлях, это 12 тысяч мана бы зарядили. Огонь. У друида всего 26.
Это половина его общего запаса. Бидона 28. Вот звезду ставлю, вот с этой пачки, где звезда стоит, начнем бить. Дайте какие-то шальные контроли. На свое усмотрение в мобо. Лейтенанту дал, допустим, окову. Дайте какой-то шальной контроль. Я понял. Да, сбивают, сбивают, пиздец. Вот тебе и шальной контроль, блин. Никто нихуя не законтролил. Я понял, блядь. Я кинул контроль, но его сбил кто-то. Доты. Ну такого, наверное, мои веселье. Так, ни корней, ни этого, нихуя. Ну давай, похуй. Врываемся тогда. Зеркало. Смотри, этот советник будет кастовать что-то, а я ему дам грипп в этот момент. Получится, нет? Опа. Работало. О, кого-то хуярят. А тут тактик какой-то шальной, нихуя. Гангер. Да я его это отдельно взял. И он рарника взял, наверное, да? Отдельно, блядь. Меня рыцарь. Да у нас танки слабенькие. Танки нари, блядь. В туре, блядь. Ну? Слабые, блядь. Ну ничего, там пару шмоток полутают. Тактику подучат. Да сейчас воятель выпадет. Будешь просто бигдем? Шема нету, короче, поэтому оборот так плохо набирается. В натуре. Ты на двоих, как обычно. Сейчас на кинетику расставлю или нет? Это будут три друида. Ну чё, заодно это будет ауе, бочки хорошо. Держать огонь. Это, только звездопады подальше держите от Келесита, блять. Значит, этот, злобный, твоя позиция звезда центральная. Ты центровой, блять. Кто там? Кто там, блять, ещё? Рыба. Блять, а кто у нас еще был слабенький такой РДДшник? Урюк. Ну, сток Синтек слабее меня, только хил. Синтек, ты, короче, кружок. А ромбик давай кто? Кто с магов послабее? Бенстиллер или Эйя? Бенстиллер на сурке поменьше давал, да? Или его не было там еще? Рыбу. Давай, Бенстиллер. Потому это у нас же вот есть ДПС на боссах. Бенстиллер, давай ты в ромбике стоишь, кинетику только бьешь, боссов не бей. Вот, Синтек, Злобный Друли, Бурибай, Ревист. Вот в конце. Все, понял, да, Бенстиллер? Ну там какой-то быстрый каст поставь. Так, рыбу надо вам? Чи? Рыба, а то сдыхали. Я на Келесите. Это, задачу помните, да? Значит, с сакрами вместе не давайте их. На первый могущественный вихрь Лингрен дает, но второй Шектор. Вот это. Угу. И то, что вам вихрь это дают, это не значит, что не надо разбегаться, касается миликов. Не разбегаться от босса с танком могут только два роги, остальные все от них разбегаемся. В смысле, мы можем не разбегаться? Ну у вас ложный выпад, минус 50% урона, блядь. Так откидывает же все равно, блядь. Так и похуй, блядь. Так и так откинет, ну. Хоть даже если разбежишься. Ладно, это самое, главное не сдыхайте, блядь, вот что самое главное. А по хошам откидывает все равно? Не знаю. А киса готов? Кулак кто дает, сука? Кто, сука, дает кулак, нахуй? Паладины, блядь. Раз, два. Рарник. Рарник. Бурябай. Бурябай, кулак. Бурябай, кулак.
Кула, Гурибай, ты тут? Шаманом он дает. Гурибай! Ты шаманом дал кулак? И друидам. И друидам. И ДК. И магом. И магом. Заебали, блядь. Еще раз проверка. Ебать долго, нах. Нельзя так долго бафаться. А мне 4 только. Что 4? Все сейчас готовы. Сейчас сюда частицу на танке. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Заткнись и сядь, лысый пидор. Ты с большого куша. Отдаю массакру. На нахуй, мистери, как дела у тебя, братан? Сука. Я не знаю, я бежал. Злобный. Блять, поставь портал к стене, нахуй. И стой у стены. Этот, злобный ресы, мистери, блять. И поставь это. И бей издалека там, когда улучшишь момент. Смена цели, секунду. Фулбаф по мистери. Келесит, я отхожу. Не знаю, сколько там агра, но не уверен, что много. Сферку мою не бейте, сука. На Войда на пол киньте там, если подбежали. Блять, сферы не зергайте только. Так, панцирь отдал. Все, убегайте 3 секунды на обратно. На другого босса. Че, был? Да, был. Если видите, хп проседает, встаньте на месте, постойте. Хилы вас захилят, потом начинайте бегать, когда скинете полностью стаки. Отходим. По кинетике поглядывайте, кто-то там скиллованный, чтобы 3 друида не проебались. Ну захильтесь, не двигайтесь. И по мане смотрите. 10 друидов в рейде, смотрите на хилов, на ману. Вот у Шектора 10% маны нахуй. Провист с водиконом по нему закиньте. Вот кинетика возле Келесита падает на пол, вот, блядь. Вот, мистер Лэйн, давай кину, летите. Пизда. Вы что, не видели это? Валанора меняйте. Могущий вихрь скоро будет. Мистери, ищи рейндж. От людей, от всех. Теряй ДПС, но ищи рейндж. Шектор, сокру. Вот. Стына. А у тебя что, не откатилось? Чуть-чуть оставалось. Ну ты кто раньше? Не бегайте, не бегайте. Датинеров КД. Пять секунд смена цели, можете идти на... Отдаю сокру. Идите на киля. Шары ебаные, кто им такую хуйню агро прописал? Блин. Осторожно, Хилли. Че, милики, не выбраться, да, с ловушки? Я понял, бля. Вдоль стены можно было пробежать.
Что-то долго бьем. Сколько процентов у босса? 48. Ладно, пойдем. Сокравка ID отдай, Шектор. Ну, чё, не зыбко вам дал, блин, хотя зря. Всё, бегите к Келлю. Отдал сокру. Хуярьте там, агро до хуя. Какой еблан им прописывать из, сука, темные сферы. Все, бегите на другого босса. 5 секунд с минуты. Шектор, улетишь. Бидон, улетишь. Вы это слышали, что я сказал? Сколько там у него процентов? 17. Походу на Келли добивать будет. А Шектор дай массакру. Вставалку, призан, призана захильте. Захильте, захильте. Бегите к Келлю. Отдал массакру. Все, фулл ДПС по нему захуяривать. А ебаный шар нахуй. Понял, блядь. А, похуй. Ебать. Чуть-чуть там совсем. Тварь тупая, где мой воять? На следующем кадре. Сука, блин, пидерси. Осколок. Виз теперь с квестом сидит, каждый осколок провожает печальным взором. Не а туда идете. Кому отдаешь? На хулидринку. Не туда идете. Куда? Хулидринка-то нету сейчас. А хулидринка нету? А, ну, значит, ровись. Ему отдавай тогда. На Вальку куда? Шмотки лутать? Вальку сначала ебанем. Сюда бежать. Посмотрим.
Ну, в принципе, что у нас? Мы Вальку захилим. Ну, час у нас будет до концерта. Наручи нахипало. Надо кому-то. На оф, может. Кольчуга. Грудак надо кому? Кольцо. Легкость, скорость. Не знаю, будет ли она лучше Толгородовского. Точно будешь брать? Пошла жара. Рарника хил. Ты что, под крыльями залетел? Ну да. Чё там? Да так. Пачка добивается, он умирает. Может, распределена четко, может, ставят осколки. В Дискорде не читали, что ли, в чалке? Да? Чё там? Бат-класс там наматывает, за осколки в чате у нас. А чё вы подходите сюда? Отойдите отсюда. Вы охотники, вот верните, она нахуй уже второй раз стоит. Не, там срывают этих полководцев, они вас косят. Комбат, бегите сами. Сейчас прибудет подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. А что, Льнурио, что в Хурикане нету, да? Как я понимаю. Здесь.
Да вроде должны быть. А чё? Да просто. Хурюк вроде в Дисе был. Да, Хурюк? Вы убили Вальку? Да, Хурюк тут. Ой, Вальку эту. Нет. А меня что-то не пускает. Да, потому что... Блядь. Хули, давайте, может, вайпаться начнем на Вальке, нахуй, раз такое дело. Вот, блядь, я агрю фул пачку, зачем вы туда забегаете? Вот что у вас в голове, блядь? Там 5 полководцев, которые крутят 5 вихрей. Один вихрь 70% вашего хп снимает. Вот как? Что у вас в голове? Почему вы подходите к ним и вздыхаете, блядь? Крылья прожарили, хуярите. Ну да, блядь. Теперь мы хуярить эту Вальку будем до посинения, нахуй. За это время можно было уже на Хулану захуярить. Так, для, ну чисто для справки, блядь. Для нормального рейда. Где вот так вот не подыхает пол рейда на вихрях, на этой... На мобах, блядь, на трэше, пиздец, позор, блядь. Тут даже шем не поможет, понимаешь? Вот делай челику шем, он мертвый лежит. Вот и все. Тут поможет ложный выпад. На туре. Сказал живой топа, блядь. История, блядь, учись нахуй. Все, так что, блядь. А может я на него напулил случайно просто? На историю? Убрал конкурента, бля, там ложный выпад не поможет, нахуй. Да, блядь, заебись. Люблю такие рейды, когда пол рейда лежит за инстом, пол рейда хуялит Вальку. Да. Прям, блядь, мечта. Ну вообще так, надо было бы делать Хурюку. Ну Хурюк с Эльнурио недавно вступили. Так что, может быть, потерпят немножко. Да, Хурюк? Ты же не против? Надеюсь, это не станет причиной какого-то неадекватного поведения. Можно заходить? Заходим. Ну да, Святоса нету, не играет. Остальные велики тоже новенькие. Ему только потом собирать. Ну да. Хули ДПС есть, апает ШПшников, играет. Да, так что да. Ты Девакин даешь. Этот, блядь. Ну ставьте шкаф. А, мистери нету, я понял. Понятно все. Вот же ты летал в порталы с Шектором тот раз? В Гере, по-моему, ты летал, да? Десятки? Ну да, на десятки с нами нет. Вот ты с ним и полетишь, короче. Но тут побольнее они бьют. Тут-то вас... да. Остальные три хила на рейде оставайтесь. Рыбу жрите. Вот тебе, блядь, и Лана. В итоге на трэше лежим. Вы там бежите вообще? Какой-то запрос. Да, да. 7 запросов в гильдию. Ебать, всех приглашаю. Дантос в игре не найден, нахуй. Регрец в игре не найден, блядь. Кителокот в игре не найден. Арликина... Пригласить в игре не найден, блядь. Я понял. Пунтик. Я уже их пригласил. Вот, я пантеречка. А, вот, Гилерон. Вот, Эрдру. Сова. Пунтик в игре не найден, короче. Вот, ты два запроса. Тоже, тоже чувак с синдромом, да, это... От руля. Фу-фу, теперь, ну, да. теперь познаваю, что им в заметке дописать, пока у меня в свободное время есть. Сове. Эрдру, сова, кот. Все, я записал. Ну что, Лан, ставь еще точку себе. Ты единственный у нас неповторимый. Если что, доспех стоит на мне. Okay. Так, ну я слева, Лингард справа. Трэш там сами распределитесь. Эльнурио и Бен Стиллер готовы. Короче, Эльнурио нет, пошли. Блядь, в смысле?
Пошли хуярить. Только не сдохни там, Шектор, поменьше стаков накапливаем. Ну да, аккуратнее буду. Вот, подавление приоритет. Значит, мистери, сразу СС на Шектора сделай, пока он внизу не ушел пока. Вот, короче, Гелерон — это альт покемонича. Это, и не срывайте игру, не сдыхайте. Курю, бля, не сдохни. Не сдыхай только. Давайте на 5 вылетел. Да, похуй. Это уже в порядке вещей. Они, походу, там с притоном родственники или рядышком как-то. Хуёвый интернет, значит. Чё-то вот так вот. Чё-то у меня пусто, трэша нету, нихуя. Напрягаюсь вообще. О, Волдырного пропустил. На Шектор ушел. Сейчас он взорвется, смотри. Осторожно. Нормально. Ёбаный. Suppressor spawned. Да сегодня мы вряд ли ебанем. Гляну, в принципе, на лану. Если сегодня с ланой совсем так же, как и первый раз, будет хуёво. Пойдем, наверное, завтра профа начнем. Главное, не торопитесь никуда. Сколько у тебя там? У вас же... Смотри. Четыре. Четыре? Что-то мало. 24? Да, 24. Успеешь обновить? Да, конечно. По одному, по два там, ну, бля, смотри, уже много сильно стаков не пробиваем. Ну, до 30 догоним, там потихоньку. А, Лена? Я, блядь, Лёш не писал. Ой, пантерочка, это, короче, Лена. Ты знаешь, что делать будет? Да. А в Гере их мало, этих сфер, вот. Да, давай до 35 доведем и просто будем обновлять летать. Друид, смотри, на себе особо дохуя не копи. Это тоже по одному только обновляй, все, то это проебешь себя. Насиливай себя тоже хорошенько. А, еще процентажа мало. Только по одному, по два обновляйте. Осторожно прям. Чисто обновлять.
Один на входе, один на выходе. Там что-то падает. Что падает? ХП, видишь, умирает. Бля, типа на урок. Лечись. Ресну. А, не ресну. У него БР был. Вот этот, на СС. Магов бейте. Заново копи. Виндер, дайте шектору. А у тебя чё, вот же стаки обновишь? Не проебёшь. Ну. Теперь заново ждать, да? Ты ходки кидай на меня. Кто в порталах был? Бидон, ты был? Не был. Ты же сам только Честер и Оджи поставил. Ты вообще, блядь. Давите. Там надо было собирать 20 и все. Или 25. Ставь тотем этот или и пэса на ману. Ману как-то инра все в КД вешайте, разливайте хилам. Геншину, интродрую, бидон. Хотя не надо пока на ману. Неудачники, сейчас двойной трэш пойдет. Ты там если еще 50 на 50 себе отдавай. Сейчас пробивает тебя пиздец. Да на жуки просто. Че просто? Жуки налетели на него с жирного. А, таково и так еще пьет дота с облачков с этим. Сейчас вот особо не разгоняйся, смотри, не проеби хп свой. После этих порталов выйдешь, наверное, можно давать, не знаю. Смотри сам. Не давайте Геру, я дам ему ПС-ку. А, давай. Все, он вышел. Suppressor spawned. Давай на мужика, и башим, башим. Крылья, вся хуйня. Я там агро, блядь. Хорош. Да сколько ладно? Было? Да, ракет. Ну и тот раз 38, что ли, я сдох. Ебаная табличка. Это кольцо кому-нибудь нужно? Я себе на это, на медведя заберу. Я бы взял на медведя. Дека, спасибо.
Да, синтеку все надо. Можно я на протрогу заберу себя? Буду контракты танковать. Конечно, ты сказал, на него бреди. А что ты смеешься? Вообще ништяк. Да. На прессе медведь. Ну, если как-нибудь попытаюсь. Ну, соберу фул защиту, ебать, фул выносливость, камни ебну, и тоже пойду вместе с этой, вместе с историей контракта танчить. Так, этот самый, блядь. Буду свободным агентом, ебать. Это надо. Запы кому-то. Соберу себе, короче, фул мишку и буду ходить один на один, чтобы меня просто никто не мог пробить. Да-да, я рассказываю. И будешь спамить эмоцию смех. А это, как говорится, до первого вара, да? До первого чела с Шеймом. До Биг Демона. Тебя ебанет просто. Так, ну Ильнурио уходит, шансов, наверное, дохуя нету убить. 10 минут АФК, мистери, да, может тогда закончим на сегодня. Блять, еще час РТ можно, блядь, 5-6 правил сделать. Навайпаться можно до ну, удалища. Вот считай, минус Ильнурио, минус мистери. Блин, хрена. Тут трэш резается сутки тоже, да? Да. Ну давайте убьем. Чтобы завтра опять убивать? Нет. Так что мы будем делать? Ро или не ро? Или надо ру? Надо подумать. Я не знаю, без таких ДПСеров травить. Глядь, что у нас в гильдии там. У нас же дофига на замене было. Там человек 10 было. Там не сказать, что топовые челики. Сержу. Вот, ну тут дело не топовое, не топовое. Вот я скажу свое субъективное мнение, но, грубо говоря, у нас час РТ. Люди уходят. Им ГП за это, или они просто приходят и уходят. Как это ну, вообще да, регулировать типа... в этот не, момент? Но... Ну, не, по сути. Вот не все... У нас ГП предусмотрено, но не дают. Предусмотрено. Это, так а есть там минут, ну не знаю, там 10-7, я мне быстренько надо там отбежать. Ну надо так надо, блядь, чё, ну я чё тебя заставлять буду, сидеть что ли или чё? Ты же не в рабстве. Не, ну вот пока трэш, я за... Ты уже 5 минут пропиздел времени, которое тебе надо было отойти, блядь, иди уже быстрее, блядь. А ещё не люблю щиты приставал. Ну и чё не люблю щиты? Он... Вон только если на хила, а кто дамажить будет? Ну, Шектор. Давай, в ретрика бомжово. Ну, почему бы нет? Типа, попробовать можно, ну... Как бомжово? Ультрадруль, у него есть тоже сова. Так, да, посчитаем, что там. 5 боссов, да? 3 первых я начислял. 5 на 3. 1500, да? Замена не отписала почему-то, кроме Роги. Вот, ультрадуру, 10к, да. Вот. Так это код у него 10к. Ну да. А ты давал бонус на это? ЕП за... Да. Ладно. Я не помню, вроде да, блин, ну-ка. Сколько ты обещал, 1000? Ну, а да, я, получается, наверное, 1000, да, отдавал. 1000 и за 2 босса. 300. И 600 я давал. Вывод какой? Ходи в льду.
Там за ЦЛК идет, вон в таблице у меня написано. 4000, если фул пройти. Мы фул пока не проходим. А сколько за ГМОП ты давал ЕП? Паучок или совичок? За чё? Ты за ГМОП давал ЕП? По-моему, сколько я думаю? Там вроде 250 было. Тут в начале в тактике Водинка лежит. Внизу. Сегодня день Водинова. Отдай мне, я заберу на кота. Я понял. На Мишку. Дай мне, я продам. Нет, в самом низу. Дай мне. Это кто заберет? Злобный друля. У меня спек Мишки есть, я его одеваю получше. У меня там с РБК шея. Ух, две шмотки полутал, как я хорош. Там саппорт бесплатно раздает историю еще. А ты, Рога, Седжу сколько даешь? Я забыл. Да более-менее он дает. На Сурфе, я не знаю, посмотри, скрин там 19, что ли. 19 Сед, заебись. А Геншин что вышел? Не знаю, может релогается. 3 минуты уже нету. Не писал ничего? Да нет. Ну вот можно взять, не люблю щиты. Ну, Геншин DC. Да я только что интернет вылетал. Что, мы траем или... Ну, тройнем, ну, я взял Рогу. Хорошо, я захожу.